Здравствуйте, вы смотрите программу «События». Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Стильные билборды. Какой будет наружная реклама в Самаре во время чемпионата мира по футболу? Первым в институт сегодня стартовал досрочный единый госэкзамен. Продавцы вне закона. В Самаре продолжается ликвидация лоточной торговли. Новое назначение кресла главы Чапаевска занял Виталий Ощепков. Вакансия появилась в ноябре прошлого года, когда предыдущий мэр Дмитрий Блынский подал в отставку. Всего на пост главы города претендовало 5 человек. Конкурсная комиссия, которую возглавляет губернатор Николай Меркушкин, выбрала 2 кандидатов. Депутаты городской думы проголосовали за Ощепкова. Сменился и глава Волжского района Самары. Им стал Евгений Макридин. Ранее он возглавлял Красноармейский район. Конкуренцию ему составили 17 кандидатов. Место руководителя освободилось в декабре. Прежний глава Александр Баландин был назначен руководителем областного Минстроя. К чемпионату мира по футболу всю рекламу и вывески на улицах Самары приведут к единому стилю. Проблемы вплотную занялись. В прошлом году уже есть первые результаты. Выявлено почти 6 тысяч незаконных конструкций. За нарушение регламента выписаны штрафы на сумму более 1 000 000 рублей. Готов ли самарский бизнес сделать стильную рекламу, которая не испортит, а наоборот украсит город? Репортаж Валерии Макаровой. Кричащие безвкусной рекламе в Самаре объявили бой. Такие пестрые фасады должны уйти в прошлое. Это одна из важных задач при подготовке к чемпионату мира по футболу. Соответствовать нормативам и архитектурно-художественной концепции должны все вывески и рекламные конструкции. Они должны работать в соответствии с нашими архитектурными фасадами. То есть они должны их обогащать и должны подчеркивать. Мы чаще всего имеем совершенно противоположный результат. Вывески кричат, и фасад теряет всю свою архитектурную значимость. Вот этого допускать нельзя. К делу подключились и рекламные кампании. Многие уже не идут на поводу у желаний клиентов, а убеждают их делать стильную, а главное, легальную рекламу, которая не испортит внешний вид дома. Ирина Вдовина, руководитель одной из таких фирм, говорит, не все бизнесмены пока готовы принять ограничения. Надо понимать, что есть закон, который ограничивает, например, закрытие окна, есть закон, который ограничивает закрытие архитектурных элементов самой вывеской. Мало того, есть закон, который в принципе говорит о том, что нужно сохранять эстетику, архитектурные элементы самого здания. Как поясняют в комитете по наружной рекламе, конструкции на фасадах зданий должны соответствовать 3 главным требованиям. Они должны соответствовать художественно-эстетическому облику фасада дома. Второе, чтобы по толщине и высоте все рекламные конструкции были одинаковые. И последнее, это чтобы ось их по горизонтали и вертикали совпадала. Вывески не должны перекрывать декор фасада, будь то лепнина или мозаика. Также их запрещено крепить на балконах и лоджиях. Внутренняя подсветка вывесок разрешена, но только приглушенная. Она не должна мерцать и светить в окна жилых домов. Одно из самых частых нарушений, когда предприниматели самовольно перекрашивают фасады. Всего в Самаре выявлено почти 6 тысяч незаконных конструкций. Сейчас проводятся рейды совместно с администрациями районов по выявлению людей, которые нарушают федеральный закон о рекламе, не оформляют, как положено, разрешение. И на них накладываются административные штрафы. Такой штраф для юридических лиц довольно внушительный. За нарушение придется заплатить от 500 тысяч до 1 000 000 рублей. Валерия Макарова, Константин Головин, «События». Весеннее пробуждение в Самаре активно готовится к генеральной уборке после зимы. Службы благоустройства и ЖКХ уже наточили лопаты и грабли. Горожане тоже готовы участвовать в операции по наведению чистоты. Что получат самые активные чистюли, узнала Марина Матвейшина. Большая генеральная уборка становится главной темой, как только в воздухе запахнет весной. Люди наводят порядок в своих домах, а многие планируют убраться и во дворах. Уже сейчас в ТОСы поступают заявки на инструменты, мешки для мусора и саженцы. С удовольствием. Вот последние годы очень такая хорошая активность стала среди населения. Выходит, помогает благоустраивать детские площадки, там убираем мусор, красим ограждения, какие там есть, и там свои цветники устраиваем. В общем, очень активно стали люди выходить. В этом году за участие в субботниках горожан ждут подарки и призы.
Конкурс будет проводиться по двум направлениям. Самый чистый и красивый двор будут определять по конкретным критериям. Покраска скамеек и бордюров, побелка деревьев, обрезка кустарников и подбор мусора. Также парки, скверы и улицы будут разделены на участки. Убираться на них будут коммерческие и муниципальные организации, школьники, волонтеры или студенты. Мы надеемся, что этот подход позволит нам перевыполнить предыдущие показатели по уборке города. Наша задача – вовлечь как можно более широкие слои граждан, общественности в проведение месячника по благоустройству, потому что поддержание чистоты и порядка в городе – это наша общая ответственность. Мы живем во дворах, мы живем в домах, в квартирах, это наша территория, и мы должны содержать, конечно, ее в порядке. Кто хорошо поработает, тот хорошо отдохнет. Самые неравнодушные и деятельные горожане получат за участие в уборке билеты на концерт звезд российской эстрады, пригласительные в театры, музеи и кино. Сейчас администрация ведет переговоры с сетевыми магазинами по поводу дисконтных карт со скидками на продукты. И главный приз – 27 самых чистых и красивых дворов будут оборудованы системой видеонаблюдения. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, «События». Готовность номер один до месячника по благоустройству осталась неделя. Самарский департамент городского хозяйства проверяет, насколько готовы районные коммунальщики. На площади Куйбышева свою технику показали Ленинский и Октябрьский районы. Вдоль рядов тракторов и метел прошелся Андрей Горгуленко. Среди старших коллег по цеху свое почетное место занимает тракторёночек, как его любезно называют коммунальщики. Он помогает им там, где не проезжает большой трактор. Также преимуществом этого мотоблока является и сменная насадка. Если еще вчера он убирал снег, то сегодня он готов к работе в летнее время. Готовность к месячнику по благоустройству сейчас в заключительной стадии. Управляющие компании показывают, какой инвентарь поможет им почистить город к майским праздникам. На смотр привезли все – тракторы, бензопилы, газонокосилки. Заявляют, что готовы на все 100. Мы закупили уже и метла, и грабли в большом количестве. То есть, в принципе, наша организация полностью укомплектована. Смотр по районам начали еще в начале прошлой недели, чтобы замечания, если такие будут, были исправлены до старта месячника. Главный вопрос коммунальщикам – организация взаимодействия с жителями, которые выйдут на субботник. Есть замечания по инструменту, некачественно, скажем так, подготовленный инструмент по некоторым управляющим компаниям. Есть замечания по точкам, количество точек размещения этого инструмента для раздачи непосредственно населения. Ну, то есть замечания мелкие, но они существенные для того, чтобы их исправить в течение 10 дней. Адреса, по которым жители смогут получить инвентарь для апрельских субботников, сообщат дополнительно. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Лоточной торговли боя в железнодорожном и промышленном районах Самары провели рейд и обнаружили десятки торговых точек, где продают вещи и продукты без разрешения. Какое наказание ждет нарушителей, узнала Алариса Шалафаст. Вы торгуете вещи, не предназначенные для торговли, что является нарушением закона 115 Самарской области. Орехи и сухофрукты прямо с асфальта. Торговый ряд растянулся на Старозагоре у дороги. Это грубое нарушение санитарных норм. Кроме того, торгуют здесь незаконно. Продавец вину осознает, но сначала представляется чужим именем, чтобы избежать наказания. Но это не помогает. В базе данных все зафиксировано, и назвать настоящее имя все-таки приходится. Если вы назовете свою правильную фамилию, стыдно. Уже стыдно. По той же схеме пытается увильнуть продавец кондитерских изделий. Долго отказывается назвать имя, пытается вызвать на место хозяина товара. Но в итоге отдуваться за нарушение приходится самой. У меня просьба, подпишитесь, пожалуйста, поставьте свою фамилию. Это вот здесь. Увидев проверяющих, остальные продавцы сворачивают торговлю в считанные минуты. Следующая точка проверки – автостанция «Аврора». Но продавцы более смелые, не прерывают работу даже во время составления административного протокола. Работа не прекращается. Рейды проходят регулярно, внезапно. Точки определяются накануне выезда. За незаконную торговлю продавцам грозит штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей. Юридическим лицам до 22 тысяч. Теперь дела всех пойманных нарушителей рассмотрят районные административные комиссии. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. И снова ЕГЭ старшеклассники волнуются уже сейчас, хотя до июня еще несколько месяцев. Особенно переживают прошлогодние выпускники, которые не справились с испытанием. С сегодняшнего дня им предоставляется второй шанс – первые экзамены по информатике и географии. С выпускниками встретилась Марьяна Мирная.
Чтобы не терять год, Егор Каретин поступил в колледж на электрика. Но мечта стать программистом не покидает. Сегодня он один из 12 выпускников прошлого года, который сдает экзамен по информатике, чтобы все-таки поступить в Тольяттинский государственный университет. В том году не получилось сдать экзамен просто из-за недооцененности сложности экзамена. Потому что нас готовили к одному, а получили мы примерно то же самое, только в более усложненной форме. Притом это касалось всех предметов. И те, кто тупо зубрили задания, те в большинстве своем не справились. Те, кто зубрили именно всю теорию, правила, у них шансов было побольше. Участники досрочного этапа сдачи ЕГЭ по большей части выпускники прошлого года, которые не справились с экзаменом и не преодолели минимальный барьер. Досрочников этого года всего четверо. И уже в апреле они не только будут знать свои результаты, но и смогут получить аттестаты. Всего же на досрочный период зарегистрировано 273 участника, которым предстоит несколько по-новому сдавать экзамен. Сегодня в пункте на досрочном этапе будет опробована и проведена, уже введена в действие технология печати КИМа в ППЕ. То есть вы видели, мы ничего не привезли. Обычно перед началом экзамена к пункту приезжают машины, привозят экзаменационные материалы. Сейчас этого ничего нет, потому что материалы будут распечатаны специальной программой, ключи доступа, для этого есть отдельные специалисты. И, собственно говоря, и обратно ничего не повезем. Прямо на месте после экзамена все бланки будут отсканированы и отправлены в центр обработки. Досрочный этап сдачи единого госэкзамена продлится до конца апреля. Последние результаты будут известны в начале мая. А уже в июне начнутся традиционные экзамены для выпускников 2017 года. Марианна Мирная, Григорий Пешаков. События. А теперь коротко о других событиях дня. Самарские военные приняли участие в масштабных стрельбах на Тотском полигоне Оренбургской области. Учения состоялись в рамках сбора артиллерии Центрального военного округа. Артиллеристы стреляли из систем «Град», гаубиц М-100С и М-100Б. Боевые расчеты наносили сосредоточенные групповые удары по движущимся колоннам условного противника, их командным пунктам и складам с оружием. Беспилотные летательные аппараты передавали артиллеристам координаты целей. Огонь военные вели на изнурение живой силы, разрушение объектов и уничтожение военной техники противника. В масштабных учениях приняли участие более 1000 военнослужащих и 300 единиц военной техники. ДТП с участием двух автомобилей произошло на 6-м километре трассы Урал-Красный Яр. По данным ГИБДД, 37-летний водитель Ниссана двигался в направлении трассы Самара-Ульяновск, выехал на встречную полосу и врезался в 14-ю. В результате водитель отечественного авто, а также его пассажиры, женщина и двухлетняя девочка, находившиеся в автокресле на заднем сиденье, получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу. Водитель иномарки не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Вся недвижимость народной целительницы и идеолога запрещенной партии «Воля» Светланы Лада Русь Пиуновой арестована следствием, сообщает «Самарское обозрение». Речь идет в том числе и о ее поместье в селе Бариновка в Нефтегорском районе. Там, по версии следствия, в поместье было совершено имущественное преступление в отношении члена общины Евгении Граховой, которая работала у Светланы Пиуновой более 10 лет. У Граховой якобы вымогались деньги 870 тысяч рублей за помощь в ее жизненных достижениях, достигнутых при поддержке академии. До тех пор, пока Грахова не выплатила деньги, ее насильно удерживали в коттедже Пиуновой. В Самарской области скоро откроется сезон охоты на водоплавающую дичь. В связи с этим пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям напоминает жителям об особенностях охоты на границе. Находиться в пограничной зоне имеют право граждане, зарегистрированные по месту жительства, расположенному в пределах 5-километровой полосы местности вдоль государственной границы Российской Федерации. Остальные граждане, кроме документов, удостоверяющих личность, должны иметь при себе пропуск, оформленный и выданный пограничным органам. В ближайшие выходные в Самаре будет работать передвижной выставочный комплекс железной дороги. Поезд состоит из 11 вагонов. Посетители смогут увидеть действующие макеты высокоскоростных поездов и уникальные, недоступные глазу в обычной жизни технологии. Также на выставке покажут модели техники, действующие тренажеры. Новшеством этого года станет стенд с макетом самого мощного тепловоза «Ермак». Комплекс будет работать на первой платформе пути железнодорожного вокзала с 10 утра до 7 вечера. Вход свободный. Let's have fun, то есть давайте веселиться. В Самаре прошел фестиваль спектаклей на английском языке в этом году. Праздник посвящен творчеству детской писательницы Беатрис Поттер и знаменитого автора Чарльза Диккенса. Несколько месяцев школьники со всего города учили роли, мастерили декорации, вживались в образы. Как у них это получилось, увидела Алина Чемерис. Here's a jacket.
Роль портного из Глостера из одноименного рассказа детской писательницы Беатрис Поттер пятикласснику Максиму далась не сразу. Но юный актер все же справился, и вот он блистает на сцене фестиваля «Let's Have Fun». Роль сначала казалась сложной, но я постарался, ее выучил. Оказалось, что на вид она сложная, но выучить легко. Ученики 145-й школы готовятся показать спектакль по рождественским историям Чарльза Диккенса. Восьмиклассник Алексей старательно вживается в роль мистера Скруджа. Школьник настолько ответственно подошел к делу, что даже с журналистами общается на английском. В этой роли сначала я показываю темную сторону моей души, но потом в конце истории обязательно показываю светлую, потому что мистер Скрудж становится хорошим человеком, и очень важно убедить зрителей поверить в это. Фестиваль спектаклей на английском языке в 145-й школе проходит более 10 лет. В прошлом году он стал городским. Сегодня на нем собрались около 150 юных артистов. Неизменные сценаристы, режиссеры и декораторы, учителя английского языка. Говорят, во время подготовки к фестивалю дети подтягиваются сразу по многим предметам. Мы, выбирая, когда автора, даем ребятам произведения, которые они должны прочитать, и они летом с ними знакомятся и выбирают произведение и спектакль, который они будут ставить сами. А мы уже с Ольгой Ивановной пишем сценарий. Они учат лучше, у них память развивается. Очень хорошо работать над произношением, над фонетикой. Это творческое развитие способностей детей и привитие интереса к иностранному языку. И в связи с тем, что, в принципе, мы образование готовимся к тому, что, скорее всего, английский язык будет обязательным языком для сдачи на едином государственном экзамене, я думаю, что вот этот фестиваль, он служит как раз целью вот, практическое такое применение языка. Победители фестиваля «Let's Have Fun» получили дипломы и памятные призы от спонсоров. А в качестве творческого бонуса школьникам предложили придумать имя символу фестиваля – этому добродушному гному. Назвать его решили «Funny Felix the Second». Алина Чемерис, Артем Сулайманов, «События». А вот о каких событиях мы расскажем в наших следующих выпусках. Уникальный Фрунзенский мост готов на треть. На левом берегу Самары собирают центральный пролет. Мэрские заботы. Самарцы рассказали на встрече с главой города, каким они видят общественный транспорт и парки. Самарский голос в диснеевской сказке. Оперная певица озвучила роль в фильме «Красавица и чудовище». На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам. Увидимся.